Девушка, ГИБДД, мы вас поздравляем с наступающим праздником, здоровья, успехов, удачи, мирного неба и безопасности на дорогах. Спасибо большое. В преддверии 8 марта сотрудники Одинцовской госавтоинспекции напомнили автомобилисткам округа, что они являются не только участницами дорожного движения, но и остаются прекрасными, милыми женщинами. Ежегодную праздничную акцию «Цветы для автоледи» провели в Больших Веземах. Долгих лет совместной жизни, да. Чтобы все время такая же красивая была, как этот день весенний. Спасибо большое вам. Девочки, вас тоже с праздником. Благодарю. Для каждой женщины стало приятной неожиданностью в предпраздничный день получить букет весенних тюльпанов из рук инспектора и услышать поздравления. Действительно, совершенно не ожидали. Пришли вроде по делам, но тем не менее и получили приятные бонусы. Очень здорово, очень приятно, неожиданно. Спасибо, супер. Вообще замечательно. Очень приятно. При этом сотрудники госавтоинспекции получили не меньше удовольствия, вручая дамам цветы. Конечно, приятно, поэтому... Моя бы воля, я бы каждый день вручал дамам цветы. Поэтому, естественно, ну, чуть-чуть в такое нелегкое время порадовать наших дам. Цель организаторов акции была достигнута. Праздник весны у посетительниц окружной госавтоинспекции настал на день раньше. А улыбка и хорошее настроение остались с ними надолго. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».